Мы на пилораме. Сейчас мы посмотрим, как там мужики пилят на кромках бревном. И сколько они зарабатывают. Вот там где-то сзади меня вон. Вот такой станок. Силы тут большие стоят. Короче, ты на нас решил бабки заработать, да? Да. Беда. Привет, передавай! Пилят они полтинник. Полтинники. Сороковки и дюймовки совсем мало. В общем, с куба идет 240 рублей. В день пилят они по 8 кубов примерно. А сколько это? Куб с дюймовки. Расценка. 300. В общем, дюймовка 300. Сороковка, пятидесятка по 240.